Из Москвы депортируют 46 участников массовой драки в районе Кузьминки. Еще 41 человек выдворят из страны в ближайшее время. Массовая драка между иммигрантами произошла этим летом 12 июля. Все началось с ссоры между несколькими мужчинами, а потом к обеим сторонам подтянулись земляки. В ходе массовой драки пострадали несколько участников и были повреждены несколько машин. Кроме того, в отношении 8 человек возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.